Капец. Кошечка, не отойдешь, сейчас она рванет просто. На помощь! О! Дебил, не садись ты в эту машину! Куча идиотов. Кошка, ну. Ой, елки-палки. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня по-прежнему зовут Александр, я по-прежнему хреново вожу. В общем, мы доезжаем до аванпоста. Я рад вас приветствовать в игре Far Cry. И сегодня мы будем что-то делать в этой игре. Пока еще не решил что, но пока что просто хочу захватить аванпост, как обычно. Я так понимаю, с каждым захватом аванпоста у нас проходит как-то сюжет, то есть продвигается он дальше. У нас... просто я заметил, что после определенных моментов, когда ты захватываешь аванпост, у тебя просто начинается сюжетная миссия. Как бы ты ни хотел, она все равно начинается. Так что давайте-ка просто позахватываем аванпосты, может, увидим часть сюжета. В общем, интересно, я думаю, будет. И, кстати, вообще, они... классно сделали то, что ты просто играешь, там выполняешь миссии себе. То есть нет такого четкого разделения на квесты сюжетные и внесюжетные, то бишь побочные. Ты играешь и в принципе все чувствуется как будто вот как оно и должно быть. Не то, что там где-то тебя ждет какой-то квест и ты его должен сделать. Ты себе играешь и у тебя продвигается сюжет как должное. Ну что, не знаю, брать снайперку или... или не брать снайперку, потому что со снайперки все равно меня что-то засекает. Я что, хочу их взорвать, если честно. Ну вот и все, я их взорвал. Сейчас немножко разозлятся, наверное. Так, что-то с прицелом тут не то. Начнут меня искать. Но я надеюсь, я успею их снять до того, как они меня засекут. Вот куда этот товарищ бежит, а? Блин, я его даже не вижу теперь. А вот у меня такое чувство, что он меня видит почему-то. Посмотрите. Он так прячется, как будто специально от меня. Хотя у меня глушитель, и я далеко нахожусь. Не, ну посмотрите, он знает, где я. Как-то вот странно боты здесь реагируют в этой игре. Не так, как бы хотелось. Так что это немножко портит мой стелс. Но в любом случае мы, кажется, большинство убили. Кроме этого снайпера, хорошо. Я помню, в Far Cry 3 вообще можно было сдалека всех поубивать, даже не заходить на базу. И база была захвачена. А ты такой сидишь где-то на холмике за полкилометра от базы. И тебе хорошо. Я уже почти вошел в вас в сад, ребята. Так, а вот еще один. Ну что, где еще? Как-то сейчас все так гладко идет. Я даже удивляюсь сам себе. Даже не верится, что я всех убил. Ну, точнее, почти всех. Что-то страшно. Вот и все. Это было несложно. Ну и как всегда, ребятки подъезжают уже после того, как я выполнил всю их работу. Эй, дебилы, зачем вы машину палите? Она ж пригодится вам еще. О, тут, оказывается, еще живые люди были. Ладно, ну мне, как обычно, нужны патроны и хорошая машина. Рассказывай. Дода закрыть свалку. Это место теперь заброшено, так что мы устроили там тайник. Если сможешь попасть внутрь, бери все, не стесняйся. Так и сделаем. Как жизнь? Привет, это
Черт возьми, младший! Эй, эта штука! Сделаешь мне это? Если мы хотим вызволить сектантов из округа, без тачек нам не обойтись. С мастерской очистить дороги от цветов будет гораздо проще. Она здоровая, кстати. Проверим, может, заворовать, что полезное. Не хочу проверять, ничего вообще, лень что-либо искать. Мне проще купить себе боеприпасы и дальше идти по своим делам. Так, а, собственно говоря, это автомастерская. Где здесь машина? Ага, вот. Давайте-ка, что можно здесь купить? Жалко, здесь нету мотоцикла. Я бы покатался на каком-нибудь мотоцикле. Слушайте, прикольная штука. Давайте ее купим. Почти хватило бы на нее денег, а? Не, я просто так не сдаюсь. У меня же должны быть какие-то, не знаю... Ладно, придется немножко полутать. Мне буквально чуть-чуть надо денег. Не сможешь помочь? Буквально чуть-чуть я смогу купить эту машину. Потом попробую. Кстати, я все хочу эту игру поиграть, но пока что у меня игра такая. Так что мне не хочется пока играть игру. Я хочу поиграть, но попозже, когда уже пройду... сюжет, короче, когда пройду. Приказы секты. Братья и сестры, теперь мастерская принадлежит нам. И настало время позаботиться об обороне. Половина из нас присоединится к конвоям. Остальные будут работать над богословом. Благодаря этому грузовику мы обратим в бегство тех, кто противостоит отцу. Когда богослово окажется на ходу, мы сможем защитить всех верующих от сопротивления. Не знаю, что за богослов. Это, наверное, эта машина, на которую цепляют большие колонки, и она катается и... какую-то фигню распространяет. Ну, блин, что-то закрытый нужен ключ. Забавно. Если что, я сейчас могу выйти на улицу, там убить кого-то медведя и свежевать его. Но я же хочу... хочу уже купить эту машину. Так, вот, 150. И мне как раз хватит на машину. Отлично, все, давайте мне ее сюда. Точнее, не на машину, так это типа багги, что ли. Ну, ух ты, она довольно здоровая, я думал, она маленькая. Во, погнали, только давайте-ка за руль лучше сядем. Слушайте, она шустрая. Я надеюсь, она управляемая. Прикольно, она такая цветастая. Блин, я сам бы в реальной жизни хотел покататься на чем-то похожем. И, ну, посмотрите, какая она крутая. О, там тайник, давайте-ка освободим его. Оба. Парнишка, а точнее женщина. Что-то сегодня людей путаю, хотя какая разница. Ты свободная. Отплатишь тем, что раска... Ёлки-палки. Так. Блин, он так полчаса перезаряжает оружие, в смысле достает меня, и так что просто кошмар. Так, давай рассказывай мне, где находится этот ник. Слушай, уже и все, все сдохли. Что, серьезно, не все? Все, он сдох. Женщина, ты где вообще? Ты довольная? А вот ты где, в кустах спряталась. Рассказывай. Сообщили, что их бункеру пришел конец. Его затопило. Они его бросили, но сказали, что если мы что-то сможем достать, то все наше. Интересно, сколько еще может быть тайников в этой игре? Опять придется серию устраивать в поиске тайников. Ну а пока я хочу дальше захватывать аванпосты. Так что дайте-ка мне какой-нибудь аванпост поблизости. Все, я погнал, где он? А где этот аванпост, скажите, пожалуйста. Не, не хочу тайник, я хочу аванпост. Ну все, я готов ехать. Блин, какая же она крутая, эта машина. Да, не задень меня, женщина. Так, а это что такое? Опять толпа этих придурков. Достали вы, ребята, сколько можно, а? Ну все. Да, хватит уже. Мужик, вставай. Все, сдохни. Так, че моя пума лежит? Пума, вставай, ты чего вообще? Вот еще бой несерьезный был, а ты что-то упала. Так, мужик, рассказывай, где-то ник. Прикольно, но я пока
Разумеется, туда не поеду. Мне интересно, это тот резервуар, который я уже освобождал? Или это какой-то новый резервуар? Вряд ли это тот же самый. А тем временем мы уже едем на еще один аванпост. Блин, да вы достали, слушайте, сколько можно? Сколько вы можете возить этих пленников? Давайте я вам лайфхак подскажу. Короче, берете большой грузовик и сажаете не по одному или по два, а сразу целую кучу. И все, и тогда вы их перевезете за пару раз. Спасибо, что выручил. Пожалуйста, а у вас нечего мне рассказать? А что творится? Что за граната? Кому ты ее вообще бросил, дебил? Как это я не попал? Ладно, Пума справится. А ты мне пока расскажи. Серьезно, все? Это все, что ты можешь рассказать мне? А ты? Чую, скоро я свалю из округа. Ладно, я понял, пока. Я устал чувствовать себя жертвой каждый божий день. Зря только спасал вас. Думал, что-то полезное скажете мне. Ой, куда я, блин, еду, а? Так, база находится, надеюсь, в низине где-нибудь. Я тогда смогу где-то занять высоту и сделать все, что мне надо. Еще один тайник, да? Кто там акает? Кто? О, я, кстати, с ножом никого не убивал. Давайте попробуем ножами поубивать. А ну-ка. Попал. Все. Так, Пума, кто тебя ранил? Прикольно, Пума кто-то ранил, но... А ну, вылазь с машиной. Вылазь, придурок. Ой, вас двое. Прикольно. Ладно, так, Пума, давай вставай. А где тот чувак, который я должен был спасти? Я же не него остановился. Ага, конечно. Его случайно убили. Ладно, извиняй, женщина. Я пытался тебя спасти, но не получилось. Так, что там? 300 метров, да? Хорошо. Так, ну я как-то так подъеду, знаете, с не особо ожиданного места. Вот, например, с этого. И спрячусь где-то в кустиках. Так, я думаю, смерть твою никто не заметит. Так, хорошо, один есть, да, снайпер? Еще один есть снайпер. Это, конечно, более заметный, он не особо на высоте был, так что его могут заметить. Но, в принципе, тишина, да? Ну что, продвигаемся поближе, посмотрим, что здесь есть. Кстати, такое ощущение, что этот амбар как раз таки с той заставки в самом начале игры. Похоже на то, что заставки. Так, чё музыка страшная, в смысле, такая? Я же ничего не делаю. И враги меня, походу, еще не видят. Так, уже все, вот началось. Все, вот теперь враги меня видят. Так, Пума, твоя очередь меня спасать. Далеко вы, ребятки, не убежите. Вы у меня под прицелом. Так, сейчас придет прикрытие. Ладно, давайте атаковать. Только вот где мой пулемет? Так, я слышал кого-то здесь. О, отлично, минометчик я снял. Сейчас бы он меня бы мучил. Так, Пума, ты вообще молодец, красавчик. Точнее, красавица. Знаете, не пофиг, откуда подмога приближается. Во, снял его. Ну что, где еще ваша подмога? Так, я кого-то слышу здесь. А, этот чувак. Ну я тебе сейчас помогу, подожди. Как тебе помочь? Все, товарищ, ты свободен. Так, мне не нравится, что Пума одна там сражается с целой кучей, но походу Пума захватила этот аванпост. Пума молодец.
Ребята, чё вы вот приехали? Моя пума сама захватила аванпост. От вас толку вообще ноль. Только, блин, мыть и машины полить можете. Это, наверное, бригада уборщиков приезжает после меня. Ну чё, товарищи, расскажите мне пару новостей. Вот ты мне про аванпост хочешь рассказать, да? Да ты что? Неважно, что в них правда. Там сектанты, и нашим нужна помощь. Ну все, я понял. Я понял, куда я дальше еду. Там сектанты, и нашим нужна помощь. Давайте-ка взглянем на карте, где это находится. А находится это аж здесь. Ну, в принципе, я не... Хотя, знаете что, здесь есть поближе место. Так что я, пожалуй, вот сюда поеду. Зачем мне далеко ехать, если здесь рядом есть... Местечко, которое тоже нужно захватить. Ну что, ребята, как мы его будем захватывать? Напрямик или со снайперкой? Наверное, сначала подъедем, а потом... Ёлки-палки, здесь непроходимый лес, даже непроезжаемый. Сначала мы подъедем и посмотрим. А уже потом будем решать. Знаете, мог просто по дороге ехать, я же не знал. Ну ты дурак какой-то. Или что? Раз, два, ну три. Слушай, а я чем, по-твоему, занят? Ну, ты дурак. Давай, общайся со мной. Слышно, как эдемщики громыхают чем-то в старом депо. Небось, мы поводом собираем. Ты чё? Помогите, кто-нибудь! Ты громче ори, чтобы тебя услышали сектанты и приехали, тебя убили. Слышно, как эдемщики громыхают чем-то в старом депо. Небось, металлолом собирает. Не знаю, что они хотят с ним делать, но мне это заранее не нравится. Ну не нравится, так пойди проверь. А я, пожалуй, на своем крутом баге поеду захватывать вот этот аванпост, который ближе всего ко мне. Вы знаете, что-то я как-то близко подъехал. Давайте-ка выйдем и посмотрим. По-любому где-то должен быть снайпер. Почему-то никого вообще не видно. Он вижу ли человек? О! Главное не спалить себя. Парень. Блин, кто меня спалил? Ах ты ж снайпер долбанный. Вот я знал, что где-то есть снайпер. Привет. Привет. Так, не убегай. Никакой сигнализации сегодня. А, блин, кто-то вызвал подмогу, а? Жопошники. Сейчас я вам покажу подмогу. Сейчас я вам, блин, покажу подмогу. Сволочи трусливые. У вас тут целая база, а вы еще подмогу вызываете? Все, нет вашей подмоги, понятно? Это откуда? Откуда это? А, подмога. Вот и все. Подмога вам не помогла. И опять бригада уборщиков. Ух ты, какая скоростная бригада уборщиков. Такс. Ну, у меня тем временем кончаются патроны. Так что я бы не прочь подзапастись патрончиками. Обязательно проветрюсь. Так, давайте-ка боеприпасики мне. Слушайте, а мне денег уже мало, я смотрю, офигеть. А где моя машинка, а?
Я парковал, вот, кажись. Вот тут я парковал, вот здесь вот. Чё вы там делаете вообще, товарищи? Нифига ты живучий. Собака, блин. Да хватит дергаться, стой спокойно. Все. Так, я надеюсь, у этих парней есть транспорт. А нифига у них нету, смотрите, у них нет здесь транспорта. Зато у них, я вижу, вон товарищ стоит, хочет рассказать мне, где находится тайник. Так что я, пожалуй, с ним поговорю и поеду по своим делам. Здесь опасно ходить в одиночку. Да ты что? Говорят, сектанты ошиваются вокруг старого дома Охары. Пытаются попасть внутрь. Понятно, что им нужно. Припасы. Надо их опередить. Ага. Ладно. Наверное, я сяду в легковушку, она мне больше нравится. Ну чё, я поехал на новый аванпост. Музыка классно играет, да? Здрасте, здрасте! Очень рад вас наблюдать. Что это за кусок мяса? Пума, вперед. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, что творится-то, а? Мне кажется, немножко стало плохо. Пума, где мои таблетки? Дай мне их. Пума. Молодец, давай, поднимай меня. Не знаю, что ты там делаешь в районе гениталий, но давай поднимай меня. А, секундочку. Это что такое? Это силосную башню, что ли, уничтожить надо? Если да, то я с радостью. Как это сделать? Так, а здесь вообще вход есть? Здесь нету входа. Ощути гнев моего пулемета. Нормально? Нормально. Так, ну... Давайте-ка лучше взрывчаточкой возьмем. Йо, суки-палки, а башня-то где? Офигеть, башни не стало. Пума, ты заметил вообще, куда башня пропала? Ой, Пума, ты горишь! Ладно, хрен со мной, я тебя подниму. Давай, вставай, родная, вставай, то я сейчас сам шашлыком стану. Фу, все, нормально. А что там товарищ какой-то умирал только что? Ладно, все равно. Блин, ну, 500 метров я пешком идти не буду, это слишком далеко для меня. Что такое? Что за снайпер где-то за полкилометра от меня? Что и ожидалось. Я его не убил. Я вот не понимаю, мне сейчас куда идти? Где я вообще здесь? А задание где? Я понял. Поехали. Ой, товарищ, здрасте. Ой! Фу, чуть тебя не переехал, представляешь? Ты мне еще и спасибо говоришь за это, да? Ладно, расскажи, где тайник. Все должно было быть просто. Спуститься в шахту Веллингтона, собрать припасы, свалить. Но потом появились сектанты, и все пошло через жопу. Еле смылся. Ну хорошо, я рад за тебя, что ты смылся. Хотя без моей помощи вряд ли ты бы смылся. Пума, извини. Хотя я вообще-то его даже не спасал, как будто, да? То есть он просто лежал на земле, я подошел, и он встал. Это было очень странно. Меня что там... О, ребята, кого я вижу? Блин, надо было сначала затормозить. Не сбей меня! Блин, постоянно я убиваю одного заложника. Ну, почти постоянно. Что за ерунда? Слушай, я понимаю, что я убил твоего товарища, но... Но я же не хотел, я же тебя спасал. Лишили Мэри Мэй семьи и пытались прикрыть ее бар в Фолс-Энде. Так что у нее личные счеты. Я рад за нее. Прикольно, можно машину снимать с тормоза.
Ладно. У нас есть свои дела, которые, кстати, уже на расстоянии 150 метров. И пора бы уже тормознуть своего железного коня. И чекнуть, что здесь вообще происходит. Я где-то только что видел человека, вот. Хотя это уже не человек. Да ёлки-палки, он меня заметил. А, все, погнали. Фига себе, у него гранатомет, ребята, и у него гранатомет, и у меня, блин, прицел дергается. Так, я только что лазер по мне увидел, целился, да? Ладно, пофиг, надо рашить, ребят. Надо рашить. Ой, блин, что-то сквозь сетку не пробивается, что ли? Пробивается. Видимо, как когда. Так, Пума тоже поняла, что я рашу, и тоже начала нападать на этих товарищей. Подкрепление вам уже не поможет, ребята. Я вам это по собственному опыту скажу. Только вот можно хоть кого-нибудь из вас не показать? Так, подкрепление, все, ему хана. Так, Пумам, давай. Товарищ, ты что, с трубой на меня-то совсем с ума сошел? Совсем, что ли, отбитый? Копперхед. Ну, нормально. Такой скоростной захват аванпостов. Хорошо. Ой, я машину открыл, прикольно, с пулеметом. У меня такое ощущение, что они не сидят на жопе ровно. Караулить птички Иоанна, а на дорогах конвой. Гляди в оба. Товарищ, постоянно меня караулят эти конвои, и птички уже меня достали. Так что ты, что-то информация у тебя какая-то запоздалая. Такие вот дела, я вам скажу. Я хочу себе что-то вместо пулемета взять, но у меня денег не хватает. У меня вообще денег нету. Ладно. Ты что, я пока рассказал историю, пока я тут стоял? Молодец. А где был товарищ? Что такое? Женщина, привет. Я случайно услышала, как Стрикленд говорил о том, что ему надо пообщаться с людьми у вышки кое о чем. Ты случайно услышала? Кое-что, это точно пушки. Ну, знаешь, кое-что, это может быть много чего. И вообще, ты случайно услышал, да? Ты послушал? А послушать некрасиво, поняла? Ну, ладно. Что-то они разнервничались все. А кого вы там? Кого вы там убиваете, а? Вы что, такие трусливые? Ну-ка еще раз. О, блин, кошмар. Так, интересно все, но, блин, здесь есть вообще машина? Ладно, нет, наверное. Тогда погнали на следующий аванпост. Ой, не-не-не, вот это вот аванпост. Где он? Все, я доволен, я поехал. Так, я вижу машину на горизонте, да, вот эта машина. Сейчас мы сядем и поедем отсюда. Не самая лучшая машина, которую мы могли найти, но... Ну, зато нам осталось ехать почти полкилометра. Красивая такая дорога, знаете, чем-то напоминает мне раллийную трассу. Из какого-нибудь дирта. Я вообще обожаю ралли-гонки, мне, не знаю, почему-то с детства нравится. Я, конечно, да, любил Need for Speed, это Underground, второй, первый и Most Wanted, это были мои любимые игры. Но когда я видел Dirt Rally 4, точнее, тогда это было еще Колин Макрей Rally 4. Я просто офигел, насколько она мне понравилась. Ну, там, знаете, симуляция пыли и все такое, Австралия там, помню, была.
Так. Все. Этих я убил. Надеюсь, база не расстроилась, то, что я убил рядом с ней их товарищей. Что-то я вообще никого не вижу. А нет, вижу. Надо внимательно смотреть за снайперами на крыше, потому что вот они, блин, глазастые, что просто кошмар. А если я открою вот эту вот будочку, что произойдет? А, это пленник. Я думал, это какой-то зверь там сидит, и он просто всех съест. Но это был всего лишь пленник. О-о-о-о. Так, ну что, есть еще люди? Так, пленник, тихо, я уже хотел его убивать. Блин, не вижу никого. Если кто-то здесь есть, то он где-то хорошо прячется. А, пленник, смотрю, оружие подобрал, да? Ну и где враги? А, вот. Так, хорошо, но это все равно... А, вот еще один. А вот это уже, кстати, зверюка. Знал бы, то убил бы ее. Все, вообще по-тихому было. Мишка вышел, люди, у вас Мишка вышел. Блин, сейчас поедут парни, а там Мишка гуляет. Я думаю, им понравится такой сюрприз. Они что, привыкли на все готовенькое приезжать. А тут такой медведь ходит. Ну что, медведь вас не смутил? А куда он пропал? Вы что, съели его, что ли? Ладно, товарищи, пофигу. Он знает, что я чувствую, да? Я чувствую, что мне стоит выбрать еще один аванпост и туда погнать. Сейчас я обратно вам включу этого товарища, только сначала помечу себе аванпост, вот. Товарищ, вообще-то я сам к тебе пришел. А, то Иоанн был. Так, рассказывай, где тайник. Лагерь у разбитого автобуса. Ну хорошо, я как-то схожу. А транспорта на этой базе опять же нет. Ну, точнее, есть какой-то транспорт старенький. Но нельзя взять свой транспорт. Ну ладно, пойдем как-то уж так. Ух ты, корова, корова! Корова, слышь, корова. Подожди, да подожди ты. Ну я же хотел по-нормальному поговорить. Слушай, корова, дай молока. Слушай, я что, сказал, дай мне по морде, что ли? Я сказал, дай молока. Ну, слушай, ну чё ты такая жадная? Корова. Ну мы все взрослые люди, слушай, куда ты убегаешь? О. О, молоко. Хе-хе. Приманка? В смысле приманка? Я думал, я сейчас такую коровью шкуру себе возьму и повешу ее где-нибудь. В смысле стреляйте блажью, вы чё? Ёлки-палки. Никакой блажи. Пума, спасай меня, я сейчас сдохну. Блин, по машинам. Доехали, блин, а. Кажись, ребятки меня споймали. Это? Нет, это.
Рядом со мной только Пума была. Не нам об этом судить. Грядет время очищения. Отнеси его к воде. Ведь лишь тогда мы предстанем пред взором Божьим и пройдем через его врата в сад Эдем. Подожди. Он не готов. Напоминает сцену из Биошока, когда ты попадаешь в город. Ты порочишь ритуалы, а? Нет, Иосиф. Полюби их, Иоанн. Не дай греху взять над тобой верх. Подведите его. Ну вот, ты уже отделался, молодец. Что бы ты ни совершил, тебя еще можно спасти. То, что ты оказался здесь, не случайность. Тебя ведет воля Бога. Это его дар. Но пока неизвестно, решишь ты принять этот дар или отринуть его. Он придет к искуплению. Или врата Эдема закроются для тебя. Да, Иосиф. Ты покаешься. Сознаешься во всех грехах, даже самых мелких, самых ничтожных. Не сомневайся. Искупление для избранных. Если покаемся, прямо сразу нас ведь не тронут, да? Нет, будет хуже. Потому что покаяние без боли невозможно. Ты провозгласишь свой грех, потом пронесешь его на теле, а потом Иоанн очистит тебя. Это так прекрасно. Ах, вы твари! Так, походу, побег начинается. Так, товарищ, ты кто? Только держись. Если ты погибнешь, все было зря. Там в машине же как бы люди были, ничего? Там в машине люди были, ребят. Ладно, погнали, удержите контрольную точку. Так, я вижу снайпера. Дайте-ка мне снайперку, у меня тоже есть снайперка. Ну, блин, пока прицелишься.
Ага, вижу еще одного. Так, моей пумы, наверное, нету, поэтому давайте-ка аккуратно быть. Куда мы, собственно говоря, идем, я не могу понять. Это вообще чье место? Так, хорошо. Блин, чуть выше дал. Чуть дал выше. Что-то их слишком много, надо переключиться на более интересное оружие. Да елки. Так, это я не то сделал. Так, сейчас мы немножко полечимся и пойдем рашить. Ребят, откуда вас столько здесь много? Достали вы, а? Не слишком ли вас здесь много, а? Все. А куда мы поднимаемся? А, поговорите с пастором. Тебе хорошо, пастор? Вставай. Давай, рассказывай. В смысле поговорить, а? Ты что-то не хочешь со мной говорить? Все, успокоился? Ну? Какой-то странный пастор. А, я знаю этого чувака. Я думаю, откуда же я его знаю? Он на заставке был. У меня есть мысль. У нас тут бог знает, что творится. Долго она тебе приходила? Пастор Фолсенда. Спасибо за помощь, но это еще не все. Сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. Времени нет. Бери, что нужно, и выдвигаемся. Я вызову еще людей. Уверен, нам понадобится их помощь. А где мне взять то, что нужно? Я бы взял, что нужно, но у меня ничего нету. Ладно, погнали, пешочка. А вы вообще за мной идете, нет? Просто так это странно. Сказали, нужно выдвигаться, а сами торчат там внизу. Здравствуй, дорогой друг. Я, кажется, вижу этого Мерла. На удивление, я больше врагов не вижу. Никто мне не поверит. Вставай, Мерл, или что там. А, не, мне дальше надо. Так, это что такое? Это наше? Это наше, хорошо. Я, знаете ли, заметил. Чё вообще происходит, люди? Вы бы мне хоть немножко оружия дали, чтобы я... Ой, по нам стреляют! Я просто не понимаю, почему я резко так сдох? Я наоборот убегал от выстрела, а в результате сдох от него. Ладно. Я тут подумал, здесь вот есть такая веревочка. Почему бы ей не воспользоваться, да? А, я думал, она аж туда, она недалеко. И что мне делать? Ёлки-палки. Так, немножко зайдем назад. Я смотрю, здесь есть пещера. Можно сквозь нее пройти? Ну, я попробую. А нифига это не пещера, это просто какая-то ерунда. Вот куда мне деться, чтобы меня не взорвало? Под мост, что ли? Ладно, пофиг, просто бежим. Йоху! Блин, чё происходит, а? Вот чё происходит? Ладно, бежим сюда. Я без понятия, что происходит. Где мои напарники? Ой, чуть-чуть не упал, блин, фу. Где мои напарники, где вообще все? Куда я бегу и зачем все это происходит? Я не знаю. Так, кто там вообще стреляет отсюда? Все, почистила там всех, не? А вот и минометчик. Так, товарищ, ты живой? Господи, спасибо. Нашел наконец-то тебя. Помощник, мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Да какой же я помощник-то, а? Я местный Рэмбо. И что, не будут бежать сюда? Если да, то они просто идиоты.
Я надеюсь, сзади не будет ничего такого. Слушай, а ты сядь за миномет и распыляйся с ними издалека. Если эта подмога будет ехать с этого моста, то без проблем я с ней справлюсь. Хотя я смотрю, они хитрые не только с моста, а еще и сюда. Ну, я думаю, я справлюсь. Благо, патронов в пулемете просто уйма. Только вот я не вижу ни одного врага. Ну и где они? А, вон они плывут, вообще придурки. Это, блин, дымовая завеса на мосту. Это уже было умно с их стороны. Потому что сквозь дымовую завесу мне будет сложно что-либо сделать. Ого, их там много. Так, пока там горит огонь, я смотрюсь, нет ли их с других мест, не бежит ли кто-то еще. Ну что, 18 секунд, я... Ой-ой-ой, это что такое, медведь, ты вообще откуда взялся? Ты что, заскриптованный или сам проявил инициативу? Так, слышу вертолет, отлично. О, прикольно, какие-то алмазы, от ромашки. На вид как будто алмазы в Майнкрафте. Э, товарищ! Товарищ, ты вставай, ты чего лежишь? Так, все, вертолет, давай садись. Так, я так понимаю, наверх нам надо, да? Побежали, ты где вообще? Ты где он? Ладно, пофигу, мне главное саму спастись. Блин, как же их много. Ну все, давай, полетели. Боже, у меня сердце колотится, как бешеное. Полин, помощник, ты пробрался туда и спас наши шкуры. Кто знает, что они хотели с нами сделать? Убить нет. Резкая фраза прервалась. А куда мы прилетели, собственно говоря? А чё это мы в чистое поле прилетели? Все или что-то еще нужно делать? Что-то какие-то не все нервные. Так, давайте призовем персика, а то я за ней заскучал. И посмотрим, что у нас там задание есть. Ну, в принципе, можно съездить еще на один аванпост, посмотреть, что будет, если я еще один аванпост захвачу. Наверное, этим сейчас и займусь. Персик, ты там как-то сам полети. Раз у меня есть вертолет, почему бы не подлететь, правда? Тебя спас пастор Джером. Местный священник, служит в Фолсенде. По крайней мере, служил, пока сектанты не нагрянули. Без Джерома нам не организовать сопротивление. На твоем месте я бы поспешил в Фолсенд и помог ему. Ну, до связи. Ладно, я как-нибудь поспешу в Фолсенд и помогу ему. Но сегодня я хочу просто делать то, что я хочу.
Ладно, надоело мне лететь на этом вертолете. Погнали как-то своим ходом. Если так повезет, он сейчас упадет прямо им на головы и убьет их там всех. А я уже прилечу на все готовенькое. К сожалению, он не долетел. Ладненько, давайте вот займем вот это вот местечко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, парашют. На этот раз я слишком рано открыл. А где вертушка моя, интересно? Она уже упала или еще падает? А вон она, и смешно. Офигеть. Так, добрый вечер всем. Так, ну что, засекли меня? Или нет? Так. Никаких сирен, ребята. Никаких сирен, все. Быстро и тихо. Ну, почти тихо. А мне нравится в последнее время захватывать аванпосты. Ух ты, корова. Кто-то сегодня будет пить молочко. Я за них очень рад, но мне нужны патроны. Почему, блин, я им помогаю, а патроны мне приходится у них покупать. Это как-то несправедливо. Ну что там, все насчет баз сектантов, да? Все захватил, которые я сейчас знаю. О, смотрите, в регионе Иоанна я все аванпосты захватил. В регионе Якова тоже все. И в регионе Веры все. Прикольно, ребятки, я захватил все аванпосты. Так что можно, в принципе, заняться чем-то другим. Ладно, тебе, парнишка, ты парнишка, да? Тебе, парнишка, повезло. Сегодня я выполняю задания людей. Пожалуйста. К счастью, они не повредили ферму. Ура! Они перебили почти весь скот. Но несколько коров разбрелось по полю. Сможешь вернуть их в загон? Нужно их слегка припугнуть. Кинуть в них камень, например. Или гранату. Они убегут. Но продолжай их запугивать, и они пойдут куда захочешь. Ну все, я погнал. О, я вижу корову. А как мне кинуть камень? У меня есть камень. А как мне кинуть камень? У меня же нету камня. Блин, я без понятия. Ну-ка, шлепнуть по заднице. Так, Пума, давай-ка поработай овчаркой, загони их в загон. Давайте, коровы. Не сюда, не сюда. Я надеюсь, они не против, что я им сломал забор. Так, коровки. Стоп, а как это? В чем я уже засчитал две коровы, если я... А ну-ка, если я просто это напугаю. Она просто придет и все? Типа вот так надо было загнать загон? Так, корова, не туда идешь, иди сюда. Давай. Да перепрыгни ты забор, корова тупая. Ну, окей, я... Получил за это $750, неплохо тогда. Че, больше заданий нету? Эй, мужик. Я слышал, что сектанты прознали о бункере с оружием у Доверспайков. Надо пойти туда и убедиться, что это кого-нибудь, кого не жалко. А мне тебя не жалко, и че? Я слышал, что сектанты прознали о бункере с оружием у Доверспайков.
Надо пойти туда и убедиться, что эдемщики не утащили его. Я встретил Иосифа и выжил. Чудеса. Отлично, пойду и убежусь. Но сначала я хочу делать задания, так что давайте-ка какие-то задания. Уничтожьте сектантские лодки. Ну, в принципе, это такое случайное задание, так что давайте-ка возьмем это. Доберитесь до Falls End. Нет, я хочу отдельную серию для Falls End выделить, так что нет. Сектанты захватили лесопилку, держат своих пленников. Ну, это что-то совсем не то, что я хотел бы. Знаете, я хотел бы какие-то такие задания, которые люди дают. Так, вот, например, вот это. Где я вообще нахожусь? Ой, это что-то далеко. Вот, например, вот эта звездочка, я поеду к ней. Только для начала нужно раздобыть себе какой-то транспорт. Блин, я так понимаю, здесь у вас вообще ничего нету. Что ездит. Придется идти пешком. Пистолет опусти, придурок. Я попал? Я реально попал на ходу сдалека. Блин, да я крутой. Ну че, ребята, вы свободные. Дорогая, я дома. Достаточно. Я Вендел Редлер, но все зовут меня Ред. Обычно я не гружу своими проблемами всех подряд, но Дач так тебя хвалил. Во Вьетнаме я служил вместе с группой местных. Мы многое там повидали. У нас был договор. Если в округе случится нечто подобное, мы не останемся в стороне. Мы собрали немало пушек, патронов, снаряги. Назвали нашу коллекцию «Фондом Свободы». Рассчитывали, что он поможет нам ее сохранить. Но с тех пор прошло много лет. До сегодняшнего дня дотянул только я. Мы заперли снарягу, и каждый хранил часть кода к замку. Выгравировали их на зажигалках. Будь я лет на 10 помоложе, я бы разобрался сам, но сейчас... Черт, я просто убьюсь зазря. Прошу, найди их зажигалки. Принеси их мне, и сможешь забрать что-нибудь из нычки. Разрази меня гром, если я позволю сраной секте сравнять мою страну с землей. Да без проблем. Погнали искать зажигалки. Только вопрос, где их искать? Я что-то не понял, где их искать? Не, а вот серьезно, где мне эти зажигалки искать? Давайте-ка еще раз прочтем. Вендел хочет, чтобы вы нашли зажигалки его друзей, пока это не сделали сектанты. На них выгравлена ценная информация. То есть мне просто какие-то зажигалки поднимать и надеяться, что я подниму то, что нужно? Не серьезно? И где я найду эти сдолбанные зажигалки? Это интересно. Не понял, это здесь... находится эта штука, но... Но где мне найти всех остальных? Ну, ладно. Я так понимаю, это задание какое-то, знаете, собирательное, но потом как появится. Так что я пока не буду этим заниматься, а вот... Парнишка. Не за что. Здравствуй. Привет. Я был неподалеку от дома Фрэнка и слышал чьи-то крики. Проверишь, все ли там в порядке? Спасите! Ты нормальный какой-то? Или нет? Почему у некоторых людей вот этот кружок над головой? На помощь! Но с ними ничего нельзя сделать. Ну ладно, пускай себе бежит. А тем временем наше задание... Найти зажигалки, где я вообще не представляю где. Так что я, пожалуй, возьму другое задание какое-нибудь. Тоже, может, поблизости вот есть звездочка. Я, походу, возьму это задание. Ух ты, какая песня классическая играет на радио. Я понял, GTA San Andreas наиграла. Так, это же наша территория, так что всем здрасте, я приехал. Спасибо за помощь с эдемщиками. Да, пожалуйста. Мы наведем здесь порядок. Сектанты здесь все испоганили. Вся система орошения разрушена. Повсюду разбросаны обломки труб.
Я нашла почти все. Но кажется, не хватает еще трех. А, как всегда, трех. Ферма Санрайз будет как новенькая. Ну, я пошел искать. На этот раз хотя бы есть конкретные точки, где эти трубы должны быть. Женщина, ты не могла отойти на... стоять, стоять! Да капец, ты придурок какой-то, ё-моё. Нормально. Взял такой, А где он делся? О, блин, он свернул. Взял такой, поехал, я ему говорю, стоять, стоять. Даже стрельнул пару раз ему в голову, чтобы он остановился. А он, блин, пуля непробиваемый. Ты что, по кругу решил покататься? Да стой ты, дебил! Стой! Я мозгов совсем нету. Да стой ты, придурка, кусок! Да стой ты, идиотина! Оставь потом где-нибудь на видном месте. Я тебе сейчас пулю в голове твоей оставлю, тупой. Так, о, как раз можно сюда же опять заехать, да? Так, одна труба есть. Хотя, в принципе, мне не нужно было эту машину сюда везти, я мог просто взять трубу. Так, вторая труба где-то наверху. Понятно, лезть на крышу надо, да? Ну, и как я ее достану, если здесь нет лестницы? Не, ну серьезно. Как? А. Ну ладно, понял. И после. Куда ты пошел? Ой, ё-моё, это враги. А где второй? Вижу. Все, нету никого. Так, и третья труба, и последняя, собственно говоря, вот она. 30 метров, значит. Все, нашел. Еще и восстановить их надо. Блин, я что, сантехником устраивался или что? Раз. Два. И... медведь! И три. Давайте-ка его освежуем. Ух ты, фонтанчик. Так, ну хорошо. Тыквы будут довольны. А тем временем я... Что я? Я могу пойти вот сделать задание этого чувака. Кстати, где-то здесь рядом такое ощущение было, что кто-то мне хотел рассказать про... сокровище какое-нибудь. И вот этот кто-то, да? Рассказывай. Самолет упал где-то там. Разведчики говорят, что груз разбросало по округе. Нужно поторопиться, если мы хотим успеть раньше Святош. Самолет упал где-то там, груз упал где-то в округе. Зашибись. Ладно, погнали лучше делать задание людей. Обожаю так парковаться. Обалдеть! Каждый раз что-то новое. И обычного-то лося убить непросто, а тут Ясно, убить бешеного лося, я без проблем. Давай. У нас появился бешеный лось-убийца. Эдемщики чем-то его накачали. И он вконец обезумел. Мы проследили его до самых окраин долины. Отправили отряд, но с тех пор от них ничего не слышно. Нужно его убить, пока он не пошел в разнос. И лучше подготовиться, этот лось просто монстр. Так, отлично, убить бешеного лося-убийцу. А я бешеный убийца бешеных лосей-убийц, все. Все сходится, поехали убивать, сейчас только купим патронов, все, я подготовился, где он? Где этот бешеный лось-убийца? Так, 2 километра? Слушай, ты издеваешься, 2 километра переть? Сам туда едь. Ладно, ладно, ладно. Мне нужна тачка, вот на...
А что это, блин, за конвой, который меня преследует? Эй, алло. Какого ж хрена они сюда приехали? Воу, что-то вас, ребятки, здесь много. Так, переключаемся на пулемет. Кто еще стрелял? Воу, откуда ты взялся? Капец, целый конвой за мной приехал. Жесть, мужик, ты видел? Мужик, ты видел, блин? Целый к... Это что? Ну что, пожар? А, это баннер какой-то, мне показалось, пожар. Офигеть, целый конвой. Да пошел ты. Слушай, с твоей стороны крайне неразумно говорить человеку, у которого крупнокалиберный пулемет в руках, да пошел ты. Очень неразумно. Но я, пожалуй, пойду. Кстати, надеюсь, это единичный случай был с пулеметчиками, целым конвоем. Потому что мне не нравится такая вот альтернатива. Так. Мужик, стой. Стой, придурок. Да ёлки. Подожди, я сейчас на берег выберусь. Я просто подскользнулся, стой, не уезжай. Не, стой, не уезжай. О, подойди ко мне. О, все. Отлично, у меня есть транспорт для того, чтобы добраться до этого лося. Лося убийцы, между прочим. Так, хорошо. Куда? И куда ехать? Наверное, сюда. Цель, кстати, я уберу оттуда, вот она будет не мешать. Давайте лучше так. Все, я теперь знаю, как по реке я тут спокойно доберусь. Ой, я извиняюсь. Я, по-моему, этого пацана... Стоять! Я же уже такое делаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пума, пожалуйста, спаси меня. Блин, 150-130 метров, ёлки-палки. А у меня все так радужно намечалось, я просто думал проехать туда. Короче, все должно было быть хорошо. Блин, надеюсь, Пума убьет их всех. Или хотя бы как-то быстро приплывет и спасет меня. Просто если нет, то будет обидно. Давай, Пума, давай, поднимай. Ну давай, поднимай меня. Блин, ты вообще красотка, Пума. Так, это не важно, потом... Блин, и получилось так. Я сам упал. Этого чувака не спас, или подождите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Твою ж налево. Прости, блин. Да, это какой-то фейл просто. Я не знаю, что со мной не так. Я, кажется, сломался. Блин, капец, я убил гражданского. Надеюсь, он как-нибудь здесь заспаунится. Так, ну давай, толкай. О, я снайперку нечаянно выбросил. Воу, кто бы мою Пуму убил? Мне это не нравится вообще. Товарищ... Ой, там этот крупненький. Все, сдох, молодец. Пума, вставай. Ладно, неудачно мы сюда заехали. Так что давайте-ка отсюда выбираться. Ну, блин, ты что не толкаешься? Ладно, он, наверное, так поедет. Ну все, Пума, конечная остановка, лось-убийца. Вот подобная ситуация, знаете ли. Ой-ой-ой, какой-то ты живучий. Блин. Слушайте, меня дежавю. Кажется, такое уже где-то видел. Я все-таки наконец-то его спасу. Так, товарищ, не убегай. Может, встанешь? В смысле отвоевали? Я как-то собирался сам его отвоевывать вместе с ними. Так, вертушка, убивайся, давай. Ну, ёлки-палки, сейчас он ко мне прилетит. Да можно, только подожди секундочку, я тут вертушку попытаюсь снять. Кажется, снял. Вот, теперь спрашивай.
Я видел, как эдемщики направлялись к дому Дэнски. Наверняка хотят забрать припасы. Нужно пойти туда и помочь ему, если что. А я видел, как курды, а ты что? Ладно, давайте-ка. Где я теперь лодку здесь найду, скажите, пожалуйста. Без лодки будет туго. Ой-ой. Я вижу машину, я хочу ее сейчас словить. Так. Товарищ, не уходи, побудь со мною. Фига себе, здесь водилы жесткие. Так, ну я так понимаю, эту машинку можно как-то рвануть, нет? Да не пистолет еще, дебил. Ой, в смысле, да не нож. Да что ж ты ножами бросаешься, придурок? Я же вроде выбрал не нож. Там что, нету что ли? А, просто нету, вот в чем дело. Ау-ау-ау, не речи. Кто там уже? Меня па... не пали меня в прямом смысле, ёлки-палки. Воу-воу-воу, я горю. Извини, Пума, я просто не мог не выстрелить ему в бак. Так, ну это все, конечно, здорово, но километр до цели, как бы, понимаете, это вам не метр до цели, это что такое? Что за... А, стоп, я же здесь был, это же зажигалки искать. Где их вообще искать, я вообще не понимаю. Может, потом загуглю, может, вы напишите. Хотя вряд ли вы напишите, никто не смотрит. Зачем я вообще его монтирую? Так, что там у нас? Опять товарищи сектанты. Так, что-то эта собачка, она какая-то странная. Ладно, поехали эту башню уничтожим. Точнее, пошли пешком. Я помню, как-то здесь рыбу ловил, нет? Как-то слишком долго по воде идти, я вам скажу. Да ёлки-палки. Давай, убей этого снайпера. Пума, ну ладно, я вместо тебя. Так, товарищ, рассказывай, где сокровище зарыто. Место только что видел, как к дому Эллиота ехал отряд сектантов. Да ты только что... Вооруженный до зубов. Тебе лучше вмешаться. Иди туда, твоя помощь не помешает. Туда-то куда? Да нет, спасибо, я туда точно не пойду. А вот куда я пойду? Так это в лес. Мне нужно лося убивать. Ой, секунду. Мне нужно же еще кое-что сделать. Ну, вряд ли он, конечно, взорвется. От такого, блин, нужно что-то было взрывающееся. Но у меня такого нет, к сожалению. Я не знаю, что они хранили в этой силосной башне. Но точно не силос. О, бродячий торговец. Стоять, куда бежишь? Стой. Мне пофиг на твоих эдемщиков, я хочу сюда купить боеприпас. И, блин, черный рынок надо разблокировать себе, чтобы покупать такие вещи, правильно? Давайте-ка посмотрим, может у меня уже есть возможность разблокировки черного рынка. Идеально, как раз есть 6 этих самых. Ну что, теперь я могу у тебя все покупать. Я разблокировал черный рынок черных вещей. Блин, правда денег-то я не разблокировал себе. Ладно, о, у меня есть что продать. Шкура мишечки, шкура медведя. Отлично, давайте себе еще докупим, я не знаю. А что это вообще все такое? Что это? Карта? Карта вьетнамских. Зажигалок Вендела, серьезно? Вот где ее можно было бы найти, но, к сожалению, нет денег. Нет уж, я не позволю. Сдается, ты бывалый боец. Ну, секунду, здесь есть водоем? Да, здесь есть водоем. Так, женщина, дай мне 2 минуты. Ладно, я тебе куплю у тебя эту карту. Блин, что-то водоем какой-то маленький. Ну да пофиг, не в таком ловили. Так я не понял. Здесь что, ничего не ловится? Серьезно? Это типа колюшка? А, вот здесь дальше можно половить. Так, я что-то боюсь, что здесь тоже не будет ловиться. Фигня какая-то, а?
Вроде на вид речка, а ловить ничего нельзя. Ладно, вспомни, разбирайся. Во, наконец-то нормальное, как бы, место, где можно что-то да и словить. Что там такое? Ладно, не буду тебя убивать. Так, ловим. Просто хочу эту карту, блин. Просто я не знаю, где найти эти зажигалки. А тут на тебе такая счастье подвернулась карта. Этих самых зажигалок. Сейчас половим рыбки и надеюсь, что я смогу выкупить ту карту. Во. Отлично, давай, рыбка, давай. Красота. Так, что за мужик? А что за второй мужик? Это... Что это вообще такое? Это враг или это не враг? Так, ладно, все, погнали продавать то, что мы добыли. Погнали продавать это все продавцу. Хотя в данном случае он будет выступать в роли покупателя. Так, у нас там олени или что? Просто я думаю, еще какую-то шкурку себе заиметь. Ну, блин, только не убей меня, в смысле моего... Ёлки, по... Ну, почему ж так-то, а? Ну, как такое может быть, блин? Она здесь была полчаса без меня сама. Как только я наловил рыбы, она на нее напала два волка. Ну, ладно бы один, я бы успел одного убить. Ну, блин, второй... Ёлка кошел. Да. И вот жалко, нельзя ее облутать и забрать то, что у нее было. Нет, это, конечно, просто кошмарный облом. Интересно, этот лось будет сильно опасный? Хотя у меня есть пулемет, так что мне как-то все равно. Так, женщина, расскажи. Читался по рации. Утверждают, что нашли выжившего из центра Клык. Патруль отчитался по рации. Утверждают, что нашли выжившего из центра Клык. Ему удалось добраться до одного из бункеров. Нужно убедиться, что он цел. Ну, как-нибудь попозже. Сначала, вот видишь, лося надо убить. А уже потом буду убеждаться, что кто-то там цел. И кто из этих лосей тот, который мне нужен? Давайте их поуничтожаем всех, чтобы понять, какой мне нужен. Походу, последний, который останется, тот мне и нужен. Нормально. Там я вижу еще рога. Надеюсь, рога тоже считаются за хитбокс. Странно, где что далось? Я вроде всех уничтожил, которых видел. Давайте-ка переключимся на пулемет. Потому что мне кажется, что сейчас будет очень эпичная драка с очень большим злым лосем. Так, половину я ему хп снес. Осталось только найти, где ему снести остальную половину. Ух, уже эти лоси, я вам скажу. Ну. Ёханы бабай, медведь. Мишка, дай-ка я тебя облутаю. Во, лось, давай иди сюда. О, да, это тот, который мне надо. Все. С хорошим пулеметом это несложно убивать лосей. Ну что? Патроны мне не нужны. Мне бы выбраться отсюда. Все горит. О, отлично. Квадроциклы я вижу. К нему, собственно говоря, я и направлюсь. Это что такое? О, так, сначала нужно это ликвидировать товарища. Он же сейчас меня заметит и начнет по мне стрелять. А так как я под водой, то ему это будет легко меня убить. А точнее, их там даже двое. Так, давайте-ка по прямой, да? Молодцы, прямо. И квадроцикл мне еще и подогнали. Вот это вы крутые парни. Ладненько, ребятки, я погнал на задание. Встретимся с вами уже как-то в следующей серии.
Надеюсь, вам было интересно. И, как всегда, большое спасибо за просмотр. Но сначала, видите, торговец, да? Видите, есть торговец такой, да? Здрасте. Слушай, продай мне, пожалуйста, карту вот поиска такой вот фигни. Где эта карта? Есть такая карта? Карта вьетнамских зажигалок. Во. Мне, короче, нужна эта карта, но, разумеется, у меня нет денег. Сейчас у меня будут. Вот, пожалуйста. Специально рыбу для тебя ловил. Вот. Теперь дай-ка мне эту карту. Вот. Все, теперь я знаю, где найти эти долбанные зажигалки. Кстати, давайте заодно посмотрим. Сначала еще закупим вот взрывчатка с дистанционным управлением. Мне она очень нравится, она очень классная. Давайте еще вот это, вот шашки. Короче, все, что можно купить, закупили. Отлично. Спасибо, мужик. Вот такой ты мужик. Так вот, это не я. Ты что, дебил? Ты орешь, кто тебе может помочь? Ну, позови он сектанта, может, помогут тебе. Ладно, на самом деле... Да кто там гавкает, ёлки-палки? И кто это был? Ладно, на самом деле, что я хочу? Я хочу вот убить вот этих чуваков. Раз. И два. И три. Все, убил сектанта, вип-сектанта. Я хочу посмотреть, где все-таки эти зажигалки. Как они вообще отмечены. Ну, как они отмечены. Ладненько, разберемся с этим в следующей серии. А пока что всем большое спасибо за просмотр. И за то, что вы мне ставите лайки. А вы же поставили мне лайк, правда? Так что всем пока. Округ Хоуп наш дом. Эти твари не займут его.